Ну, какие тебе книжки понравились? Who's that knocking on Christmas Eve? Мы читали его один раз. Ван Ян Бред. Ну, что-то нам не очень впечатлила она. Кто же стучался там в конце концов, ты помнишь? Тролли! Маленькие надоедливые тролли. Это я в прошлый раз показывала хорошую книжку. Это My L Sounds Book для Каролины, да? Это нам не понравилось. А вот это тебе понравилось? Это про книжи, про лошадей. Про то, как люди используют лошадей, про то, какие лошади бывают, про то, да, какие картинки есть. Что лошади хорошие помощники наши. Все умеют прыгать, бегать. Же ребята. Ну, вообще про все, про то, как они за отношения между лошадьми, про то, как у них части тела называются. Такая типа маленькая мини-энциклопедия. Это про Крисмас. Мы ее не читали, она нам не понравилась. Зачем взяли, непонятно. Вот это самое классное, по-моему, да? The Bears. Плохая? Мы так смеялись. Оказалось, она нам понравилась. Это я показывала. Вот это еще понравилось девочкам. Это про собаку, которая все не унималась и все гавкала и говорила: пойдемте посмотрим, что там на улице. Я слышу, там кто-то есть. А хозяева им говорили: нет там никого, успокойся. И в конце собака оказалась права. Там действительно был Санта-Клаус, который упал вместе со своей телегой. Помнишь? Да. И раскидал все подарки. И вот так у него ногу и падал. Ему пришлось помогать. О, Раптор. Мама, это мама. Да, это мама. Нет, это папа. Папа закрыл ушами. Ушами. Вот это мама. Не, вот мама спит спокойненько вместе со своим малышом. А папа мучается. А-а-а, что за грохот там на улице? Вот это понравилось девочкам. Не знаю почему. The frog with the big mouth. Про лягушку, которая хвасталась, что она поймала самую большую муху, рассказала некоторым животным, что она поймала большую муху, пока она не напоролась на ягуана, которому она тоже рассказала, и он ее чуть не сожрал. Ей пришлось убегать, прыгать на дерево, и он ее не поймал. И что-то потом случилось. А потом... Потом есть ягу, там один сентбурагу. А потом она побежала дальше хвастаться про то, как она хорошо прыгает, всем опять рассказывает. Вот это, по-моему, ваша самая часто запрашиваемая книга. А вот тут... Это монстр! Нет! Это лось ассасент. Да, это просто лось. А я вот его зовут Сент. Мус на английском. Да? Ну, это Сент. Ну, да. Это лосик, это лось ассасент. В этой книжке встречается только два слова. Тол и смол. То есть обезьяна страдала, что она маленькая, когда видела кого-то выше себя, и радовалась, когда, значит, она оказывалась выше. Она опять: I'm small again. Потом ее посадили на плечи. Она: oh, I'm tall, so happy. Ну и вся книжка вот такая: tall, small, tall, small.
веселенькая. Ну что, пойдем за новыми книжками? О-о. Пока мы собирали книжки, новые выбирали, тут 4 павлина пришло. Все, Нина погнала. Он обещал. Убежал, да, я знаю, испугался тебя, дракона. Смотри, какие у них хвосты уже растут. Я вас хотела подвинуть, а получилось, что я тебя побалдела. Окей. Книжка называется Tall. Не знаю. Это такой мальчик? Это такой дядя, да. Дядя. Паук. Паук. Нин, твоя любимая? Называется Машу. Tall. The monkey is going on his walk to sea. And he saw the big rock. And then he said, I'm so small. And then he decided to climb up on the rock. I'm big. Tall, he said. And who is it? I don't know. I don't know either. It looks like a lizard. Lizardless. No, it's a dinosaur. Dinosaur? Да, lizard dinosaur. It's a dinosaur. Tall, said the monkey. Then the lizard stand up and become to be bigger. Yeah, and a dinosaur, yes. Oh, said the monkey, I'm small. Don't be. Small, said. Yeah. Climb up for me, and you will be tall again. Tall. Tall. Then came the lion. What are you doing here? Hey, glad you. I'm playing. I'm small. I'm small again. Then the monkey climbed up on the lion. He said, tall. I'm tall. But elephant came. And the monkey was sad again. I'm small. But the elephant was really kind and put the monkey on his head. And he said, I am tall. And was so happy again. Giraffe. But it's a giraffe. He was right. High five. Small, said the monkey. Oh no! I'm tall, he said again. But it's not right. Yeah. So happy. Bye bye. I am small, said the little monkey. Bye bye, I guess you.